Всем привет! У меня сегодня очередной пересадочный орхидейный день. Я уже сбилась, сколько орхидей я пересадила, чтобы видео было более орхидейное. Я вот тут вот добавлю кобри, он мой красавчик. Немножко тоже хочу им заняться. У него, я его изначально покупала у Ценкой, и у него мало корней в грунте, но у него есть корни живые еще сверху, и не знаю, может, тоже покажу вам. Хочу не пересаживать, не переваливать его, просто отсыпать сверху немного грунта, аккуратно эти корни умастить, чтобы они начали работать, тоже его поить. Ну, с ним все хорошо, но просто скоро же включат отопление, и эти корни замечательно высохнут. А так я надеюсь их сохранить. Вот такой красавец, цвет, конечно, просто неземной. Он тут, наверное, не очень красиво выглядит, но вы же помните, да, солнце вернется не скоро. Сегодня, хотя, довольно-таки солнечный день. Вот, такой красавчик. Там внутри такой апельсиновый цвет классный. Вот, меня попросили видео снять, рассказать о подростках 1,7, 2,5. Я уже, конечно, несколько раз снимала такое видео, показывала своих малышей. Но я тут пока пересаживаю, еще поливаю. Я уже полила вот здесь окошко все. Нашла аж один цветонос. У меня дал здесь цветоносик 50-45, по-моему, да, которая на Тесукану похожа. Я прям, я не знаю почему, но мне прям надо было туда полезть. Я вот поливала и смотрю на нее, думаю, как-то плотно кора возле шеи лежит. А вдруг цветонос даст, думаю, надо немножко отодвинуть кору. Я убираю такой крупный кусок коры, а там цветонос уже под низу. Так что на кухне плюс один. Ну, тут меньше почему-то у меня дают цветоносы растения. Ну, посмотрим. Покажу 1,7. Принесла, полила. Короче, я прыгаю с одного на другой. Я полила на кухне. Малышей 1,7 надо поливать чаще, из-за того, что маленький очень стаканчик. Вот. И я принесла их сюда поливать. И буквально пару слов, наверное, расскажу о них. Актуально все-таки. Архаманы добавляются, присоединяются. Первые свои малыши в 1,7 покупают. Поэтому вопросы всегда возникают. Я буквально пару слов знаю, что это не очень интересно тем, кто давно уже увлекается растениями. Поэтому небольшое коротенькое видео будет. Прям слышу сейчас кто-то за кадром там, ага, коротенькая, коротенькая, как обычно, коротенькая. Я тут принесла поливать подростков, их пересушила, наверное, немножко. Так, кто мне тут? Тоскана, боже, что я ее забываю, эту Тоскану, я ее ждала несколько лет, все время забываю о ней. Чуть-чуть тургор потеряла, видите, мягковатые листочки, надо будет ее сейчас напоить. Они у меня немножко в таких пятнах, это потому что, я вам говорила, на кухне был трипс на одной растеньке, покусал центральный листик всего на одной, больше на других я не видела. И одна растение в комнате тоже, которая стояла прямо возле окна, открывающегося на проветривание, тоже где-то там залетный залетел. Вот, эти растения я обработала, прям пролила, а все остальные я развожу обычно актору, просто пшикаю. Трипса вот обрызгиванием легко вывести. Вот, поэтому они у меня немножко тут в пятнышках. Я так прошлась по всем полкам, вот. Но не суть дела. Я хотела показать, мне попросили рассказать про 1,7, про 2,5. Я понимаю вопрос, почему он возникает. Расскажу, пока вам, надеюсь, не надоел еще мой Маракеш с этой мультяхой. Я их сегодня уже уберу отсюда. Тут, короче, я тут завалила все. Тут даже посуду негде поставить. Эту отправлю, эти рассажу наконец-то. Полью и уберу малышей. Вопросы возникают, почему? Потому что я вспоминаю свой первый азиатский заказ, когда ты уже как бы вроде насмотрелся ютуба, и чармеры, и панды, и юкиданы у тебя уже есть, то, что, ну, из чего начинают все, да, и тогда уже рука лезет в интернет за чем-то новеньким, и ты заказываешь растения по картинке, по цветению от садовника, а потом приходит нечто вот такое. Я вспоминаю свой первый заказ. Мой первый азиатский заказ был, как сейчас помню, это был белый биглип. Я постараюсь найти фотку. У меня даже у мамы, по-моему, эта фотография распечатана, где-то висит на холодильнике. Я там с этим биглипом фотографируюсь. Но его я купила, не зная об этом, тоже в размере 1,7. Я, насмотревшись одного блогера, о котором не хочу говорить, это тогда был первый белый биглип, который я увидела. Я была вообще потрясена красотой, думаю, мне надо срочно заказать. В магазине я не видела,
Я полезла и нашла сайт «Орхидеи мира», о нем я тоже еще не знала. В общем, это были мои первые шаги вот в это все безобразие. И я купила, и, ну, кто же смотрел размер горшочка? Я просто выбирала цветы, и я купила его. Он пришел вот такой, но, кстати, очень быстро дал еще несколько листьев и быстро зацвел. Но, к сожалению, быстро и развалился. Мне кажется, он мне прожил года полтора, может, два. Посадила в закрытую систему, поливала, вроде бы ничего. Но ничего продлилось недолго. Поэтому, наверное, и задаются вопросы. Потому что вы должны понимать, что размер 1,7 – это размер стаканчика. Это размер не ботвы. Это стаканчик азиатский, вот диаметр, да, от азиатов. Они так указывают. Чуть крупнее – это 2,5. Сейчас, секундочку. Вот, 2,5. В дюймах. Дюймах размер. Вот так у меня развиваются орхидеи. Спрашивают, что я с ними делаю, как я за ними ухаживаю, что вообще я, как я с ними нахожу общий язык. Я, наверное, у меня все видео такие. Я вам плохой советчик, я с ними не делаю ничего. Когда вопрос ко мне чаще всего, а что вы делаете, чаще всего у меня вопрос, ничего. Ну, я не люблю заморачиваться. Вот он растет, зачем мне его трогать? Хотя вот этот пучок корней, в принципе, можно бы и пересадить. Ну, ему нормально. Он вот такой противный у всех, сбрасывает нижние листья. Это Согаготрис. Так, сейчас, их несколько похожих названий. Иди ж ты сюда. ЕС-2. Согаготрис, Натаида Перла и ЕС-2. Вот, такая темненькая бабочка, некрупная. Жду я ее цветения. Почему я с ней делаю ничего? Я ее не пересаживаю, потому что я хочу увидеть, как она зацветет. Если я ее пересажу, мне ее придется отправлять в вазоне, упаковывать кору, чтобы она не высыпалась по дороге. Мне этим очень сильно не хочется заниматься. Если я увижу, что она зацветет не так, как мне хотелось, либо она не будет бабочка, либо мне вообще, в принципе, не устроит ее цветение, я ее могу продать и быстро замотать в бумагу и отправить новому владельцу, либо подарить. Но если подарить, то, конечно, я пересаживаю чаще, потому что сестра мужа, она знает, как самха пересаживать. Ну, моя мама тоже уже там плюс-минус научилась. Вот. А если они едут к свекрови, к маме моего мужа, то тогда я пересаживаю все равно растение. Но опять же, я его тогда пересаживаю, зная, что они будут жить у нее. Я там кору, в общем, я делаю такую посадку, которая подходит к ее условиям. У них зимой там дубарь страшный на 9-м этаже, почему-то отопление туда не очень доходит. И поэтому я понимаю, что мох в вазоне, скорее всего, это пропажа корней в зимнее время, там очень холодно, действительно. Вот, тут нужно кору, вот. Поэтому я пересажу, четко зная, что растение будет жить у нее. И точно так же я могу отправить его кому-то, и кто-то будет знать, как его пересадить для себя. Вот, вот и все. И не занимать место, не страдать ерундой. Если требует того ситуация, ну, уже видите, как оно растет. Оно изначально так у меня росло. Оно невыравниваемое, такая ванда, сбрасывающая снизу листья. Просто стоит у меня в керамическом кашпо. Я ее поливаю, и, собственно, все на ней. Так. Если уже требует ситуация, если растение сильно разрослось, тогда я, конечно, его пересаживаю. Я не насилую их тут по 10 лет. Если он будет расти у меня 5 лет, и я буду видеть, что мох там не разложился, да, ну, как бы, есть куда расти, есть очень медленно растущие орхидеи, тогда я его доставать не буду. Это вот недавно полученная Дракула. Но я, мне кажется, из-за того, что их не достаю, они лучше адаптируются у меня. Быстрее начинают растить корни, листья. И когда вот такие активные корешочки, есть время, место, есть желание, тогда я их пересаживаю. Чаще всего я пересаживаю растения по 2 на фитиль. Вот даже вариант 3 на фитиль.
Я их сажаю только параллельно, никак не пересекаясь. Они же будут расти, листья, чтобы не заваливались один на другого. Если лист новый начинает заваливаться, подпираю шпажкой. Ее можно засунуть и обрезать, чтобы она не выглядела некрасиво. Вот такие огромные листья уже 1,7 мои дают, видите? Это я буду рассаживать. Вот, не знаю, выставила уже это видео или оно будет следующим, пока не определилась. Вот они так классно развиваются на фитиле. Но пересаживаю я, повторюсь, только растения, которые уже обросли большим количеством корешков, которые готовы к пересадке. Вот я вам покажу Pink Dream, который брала я уценкой на 2 листа, корней было немного. Я сказала, что я ничем не обрабатывала, мне написали, что Виолетта, когда у нее остаются растения вот такие на уценочку, там с отпавшими листочками, она всех какими-то стимуляторами обрабатывает, так что все-таки... Ну, вот это, наверное, нет, потому что оно у нее не стояло, я его забрала сразу, там их было 10 растений, поэтому там ничего не задерживалось, вот. А если я брала потом у нее уже, где же? Вот, я брала, допустим, Балкис, вот, то он у нее, я так поняла, был какое-то время, и она его уже успела, я думаю, обработать. Поэтому они хорошо трогаются в рост. Вот. Но вот такое растение я в жизни не пересажу, потому что я его как только достану из мха, оно еще на год начнет очень долго думать. Либо если, допустим, у вас условия не позволяют вам вот так вот содержать орхидеи, вытяните из этого полиэтиленового стаканчика, поставьте, ну, либо в большие, да, вот одноразовые стаканчики, либо маленькое кашпо, либо стаканчик какой-то, поставьте прям его в этом мхе, не разбирая, и подоприте корой и поливайте. Если вы крупной корой подпихнете его, то вы... Так, сейчас, секунду, у меня тут освободился стаканчик. Я на его примере покажу. Вот, допустим, такой стаканчик. Вы поставили орхидею без полиэтилена и подперли кусками коры. Вы можете набрать воды... полный стакан и сразу слить. Мох какую-то часть возьмет, кора практически не возьмет. Ну, это сразу залил, слил. Вот. Потом мох сам распределит все это дело. Но мне больше нравится ухаживать прямо в полиэтилене. Мне на ощупь более понятно, просох, не просох. Вот он прям вот невесомый. Мох вообще ничего не весит в таком маленьком стаканчике. В 2,5 он тоже практически не весит, если его вот так в руки взять. Как я поливаю? Да вот так я поливаю. Я вообще не заморачиваюсь. Я открыла воду и сделала вот так. Все. Все, я его полила. Он стал такой сразу тяжеленький. И этой водички ему хватит. Ну, на неделю, может. Может, меньше. Прям хорошо тяжеленькие такой. И все. И убрала в кашпо. Я их не содержу каждый отдельно в своем стаканчике. У меня они вот стоят. Ну, 5 растений так влазит. 6-й уже вот тут можно в центре вставить. Но там он уже будет прикрыт другими листами. Поэтому я так не делаю. Вот. И у меня вот эти растения почти у всех развалились. Красный дракон. Пришли обмороженные. Тут тоже вот это был центральный лист. То есть она уже нарастила 2 листочка сверху. Вот. Корешочки у нее развиваются. Если б я достала, я не знаю, может она у меня тоже развалилась, как у всех. Так, вот хочу еще в 2,5 показать растение. Тоже его надо пересадить. Причина для пересадки вот. Видите, такой... Не знаю, плесень это, грибок это, грибы это, что это, не знаю. Начало оно развиваться так активно, когда я уезжала на море в жару, и я оставила их на передержку. Не знаю, может влажность там больше в квартире, может, ну не знаю, в общем. Начало развиваться, я в общем достала его, пощипала вот это все белое и оставила до лучших дней. Но надо его пересадить, мне это не нравится. Но что не пересаживаю тоже, как видите. Помните, я вам рассказывала, что когда я получила, это Joy Angel Voice Black Mask. Я его когда получила, он у меня дал цветонос. Я там была счастливая год назад, наверное, может меньше. Хотя нет, не год, наверное, это весной было. И цветонос он благополучно заморозил, я расстроилась. И я вам, помните, рассказывала, что я мазнула его пастой. Вот.
Какой-то он тут тонкий, конечно, на конце. Я не знаю. Надеюсь, что это не детка будет, а все-таки это будет цветонос. Потому что я хочу очень увидеть, как он цветет. Но я что его хочу показать, потому что он еще подрос раза в два. Я теперь точно понимаю, что он растет. И что хотела сказать. Замеши цветоносы можно кончик аккуратненько мазать стекининовой пастой. Чуть-чуть. Я поцарапала иголочкой его. Еле-еле мазнула пастой, и вот он начал расти. Вот. Только я теперь не понимаю, какой там тут узенький с краю. Но я больше склоняюсь, конечно, к тому, что это цветонос. Вот. Посмотрим, если это цветонос, я буду очень-очень рада. Мне интересно, потому что подростки 2,5 готовы цвести уже абсолютно точно. Если насчет 1,7 еще можно подумать, давать им или не давать цвести, то это точно должно цвести растение. Вот. И хочется же увидеть, кто там. Вот. Буду наблюдать, буду вам его еще периодически показывать. Так что вот такие вот новости. Вот. Что вам еще рассказать за 1,7? Нет у меня никаких секретов, никаких там, никакой там тайной информации. Просто я смотрю, когда они просыхают, я их поливаю. Вот сейчас открыла опять кран. Просто вот водичка. Ну, тут еще надо, наверное. Когда растение вот прям пересыхает сильно, то его можно дольше подержать. Прям в руке чувствуете, что вот мох начал набирать. Все. Выключаете. Если вот где-то пропустили полив и немножко тургор снизился, после полива вот так положите на бочок. Вот так. Пусть полежит. Мне тут просто его положить негде. Я заставила все. Вот. Летом, даже когда сильно был снижен тургор листьев, я еще могла на мокрые салфетки сверху положить. Это добавит влаги в воздух. И быстрее ушки поднимут. Вот. Вот это можно, кстати, пересаживать. Видите, уже растянут стаканчик по бокам. Плотненько он сидит. Можно пересаживать. Этот Харма Биглип. Красивый очень Биглип. Видите, какие у него кончики растущие. Толстенькие. Он выдал какие-то вот такие длиннющие листья. Такая сосиска. Вот. И почему такое растение можно пересадить? Потому что он сильно деформирует вазончик, значит, он очень плотно к корням, к комху, тут мало места, и есть вариант того, что корни могут запреть. Поэтому сильно прям я их не переращиваю, чтобы тут уже прям, когда не могут найти место, где разрезать, потому что прям все в корнях, это тоже не самый лучший вариант. Просто дать ему расти после пересылки в ваших условиях, увидеть, что он не замер. Возможно, чем-то простимулировать, но чем-то лайтовым таким, какими-то фитопрепаратами, там, каким-то активным ростом, вот что-то такое, знаете, немножко побрызгать. Я не сильна в препаратах, если честно, потому что особо ими не пользуюсь, но, как видите, и так растения нормально растут. Вот. Можно просто их поливать круглый год универсальными удобрениями, они тоже вам скажут спасибо. Вот. Если у вас, вы обнаружили, пропустили, да, вот такой распертый стакан, прям полный корней в зимний период, и вы не хотите пересаживать, хотя пересаживать можно круглый год, просто вы должны понять, какие ваши условия. Если у вас как-то очень сильно холодно, темно, еще что-нибудь, ну, возможно, не ваш случай пересадки сейчас, потерпите до весны, тогда опять начнется активный рост. Опять потеплеет, растения проснутся, все на улице, имею в виду природа, и орхидеи тоже это чувствуют. Да, и пересадите. А если вы там растет цветонос, вы там что-то боитесь, в себе не чувствуете эти силы, да, на пересадку, можно взять, накалить нож и приложить вот так, и пластик этот расплавится, его немножко развернуть. Либо если есть где разрезать, да, то ножничками маникюрными аккуратно разрежьте там с двух сторон и дайте как бы немного воздуха сюда и поставьте там в кашпо куда-нибудь. Вот, это такие самые, вот первый вариант мой, это я не пересаживаю до определенного времени. Второй вариант, это разрезать стаканчик, не убирать его и точно так же проливом поливать. Либо я иногда, я не всегда так поливаю, я, сейчас, секунду. Или это когда отправляет орхидейки, обязательно какую-то вкусняшку добавляет в посылку. Вот я обнаружила от нее неиспользованное удобрение, развела вот в своей бутылке этой. И тонкий носик. У меня тут монофосфат. Как бы все. Вот. Все полилось туда вниз понемножку. Вот, корни мох сами заберут.
Вообще я это делаю двумя руками, естественно, не одной. И тогда я носик засовываю под полиэтилен и прохожусь вот так по всему кругу. И со всех сторон увлажняю мох. Все. И так они у меня стоят до следующего полива. Вот. И я не спешу. У меня вот две мои грядки основные. Но у меня есть еще 2, 4, 6... Еще 10 где-то есть у меня 1,7 подросточков. Вот. И я, ну, ни одного из них я трогать не буду в эту зиму. Все они будут ждать весны. Хотспот леопард. Тоже тут есть корешки, неплохо. Ну, видите, их не так уж и много, во-первых. Во-вторых, я не вижу активного роста. У него нет растущих кончиков. Он не растет. Вот. Поэтому я его однозначно сажать не буду. Два листа. А, не, вот что-то проснулось. Это же не цветонос. Не, корень. Вот один корень, но этого мало. Он только один. Он только еле-еле просыпается. Если я его сейчас пересажу, он может перестать расти. Для чего мне это надо? Я лучше его немножко подкормлю и поставлю под лампу. Пусть растет. Так, кто еще у меня? Вот тоже вариант. НКП-28. Это новиночка, которую все нагребли. Очень маленькая. У меня тоже есть. Вырастила она вот листочек. Что-то она тут пытается расти, но не очень, видите. Не очень. Вот. Ну, это малышок. Куда его пересаживать? Зачем его пересаживать? Если уже, конечно, корней много, я могу пересадить. Абель. Очень красивый пилор. Вот этого тоже можно пересадить. Но пока тоже не буду трогать. Тут не критично. Он растет листочек. Если я его пересажу, он может этот листик и не дорастить. Но нет, в принципе, он должен хорошо укорениться. У него вот растущие такие кончики. Вот. Поэтому, ну, я больше склоняюсь к пересадкам растения, которые уже ближе к 2,5. Вот это растение не хочет расти никак и нигде. Микки Метеор. Я себе даже дубль взяла в 2,5. И вот если его пересадить, то он наконец-то крякнет. Вот. А так как я пытаюсь все-таки его вернуть к жизни, он у меня там начал растить корень. И вот корень растет. Вот. Вазон пустой. Я его тут даже немножко доставала, чуть вспушивала мох, потому что, ну, как-то что-то вообще он никак. Они тоже у многих пропали в 1,7. Почему-то он... В 1,7 очень тугодумный, а в 2,5 у меня нормально растет. Вот. Тут у меня такие варианты, мелкие больше. Поэтому это точно не для пересадки орхидеи. Дарлин. Ну, видите, все как бы... Ну, тут по 3-4 корня. Но для чего ему новый вазон сейчас? Я не понимаю. Весна идеальна для меня. Для пересадки. Это я больше всего дела люблю. Летом пересаживаю, когда не 40 градусов. Им тоже тогда комфортно быстро в рост пойти. А вот так сейчас не вижу смысла. Вот. Пересаживать люблю по 2 растения на фитиль. Меньше места занимают, хорошо развиваются. Девчата, кто сажал, практически все говорят, что супер. Тоже идет так. Видите, тоже корни хорошо идут от шеи. Ну, как бы если вот таких малышей прям вот стрельнет петух пересадить, то я скорее бы пересадила прям троих на фитиль. Вот. Ну, в принципе, что мне еще рассказать про 2,5? Нечего мне рассказать. У меня есть еще вот такие варианты. Это тоже можно отнести. Ну, это, конечно, не 1,7. Это детки, которые мне подарила моя подписчица, за что я буду благодарна всю жизнь. Это очень редкие сорта, которых не достать. Это Трилипс легата. Вот. Я его не трогала, не тормошила. Тоже пример. Вот тут есть, кстати, пенопласт. Она его добавляла. Но он там не под попой, не знаю, как показать. А он возле шейки. Шейка вот тут вот где-то. Там прям возле шейки просвет. Туда она вообще ничего не положила. Вот. Поэтому я за него не переживаю. Ничего туда не достаю. Вот. Это больше, так скажем, наверное, как аэратор добавлено. Вот. Вот у нее там, видите, свободно под попой. Вот. И она у меня растит уже второй лист. Корни растет. Тоже я ее не трогаю. Хочу, чтобы она тут наросла побольше. Нарастила, вернее, побольше всего. И тогда я ее буду пересаживать. И она уже прям хорошенькая. Помните, я ее показывала, когда я ее получила? Так, и еще вам покажу, раз я его принесла поливать.
Вот такой покажу вам. Это, кстати, вот следующий вариант для малышей 1,7. Вот в такой стаканчик можно пересадить. Без донышка. Это тоже очень удобно поливать. Если у вас там будет влагоемкая кора меленькая, вы можете вот так водички на дно наливать. Эта кора очень быстро поднимет все наверх и простимулирует корни к низу. Это бабочка Чармера. Тоже это моя была несбыточная мечта. И вообще мы разговаривали об этой бабочке. И как бы трилипс легата я даже не ждала. Вот, просто как-то в разговоре она мне сказала: у тебя что, нет трилипса легата? Что я сделаю? Я вообще не ожидала, когда мне потом попросили адрес для отправки. Очень мало времени прошло, а он уже был, вот уже вырос. Для меня это, конечно, прям чудо. Такая вот красота растет, развивается. И несмотря на некрупные листики, уже такая шейка плотненькая. И я уже даже подумываю, а вдруг меня порадуют цветами. Вот. Ну, не уверена, что в этом году, пока я там ничего не вижу. А через камеру тем более. Вот, но очень жду. Вот такой хорошенький малышок. Вы можете пересаживать в такой стаканчик, либо поставив на, ну, не на крупную кору, я такой, на средненькую кору. Ставьте, не разбирайте, чтобы растение не заметило этой пересадки. Обсыпьте корой, ничего у вас там сильно не переувлажнится, вы все видеть будете. У вас растение сверху, будет его мох родной, как и торфяной стакан. Вы всегда можете пощупать, влажный, невлажный, тогда поливать. Если это будет вот выше стаканчик, да, и у вас вот маховой стакан где-то до сюда, значит, вы воды наливаете так, чтобы затронуть этот маховой стакан, мох за минуту там, допустим, наберет какое-то количество воды, все остальное вы сливаете. Все, мох тут дальше вверх посадки распределит водичку и увлажнит ее равномерно. Вот, я бы не наливала на дно немножко, если мох выше. Я бы все-таки наливала воды так, чтобы мох попадал к этой водичке. Он чуть-чуть ее возьмет, и все, и потом сливаете. Вот, и так ухаживаете. Когда вот этот стаканчик зарастет корнями, можно еще в больше переставить. А можно, в принципе, отсюда уже и в стандартный вот такой вот сажать. Тоже им будет нормально. Вот, я тут обложилась со всех сторон орхидеями. Надо мне пересаживать, времечко идет. В принципе, мне кажется, все сильно как-то стимулировать. Я не вижу смысла малышей. Такое насилие уже. Чем-то таким легким надо. Ну, имею в виду удобрения, там, не заливаю я удобрениями, какими-то вкусняшками для роста будет супер, я думаю, они будут благодарны. Витаминными коктейлями какими-то я этим вообще не занимаюсь, это не мое, ну, как бы, витамины для людей, удобрения для растений, мы же удобрения не пьем, как бы, если нам надо, там, у нас нехватка, там, фосфора, то мы не пьем удобрения, мы, там, кушаем рыбу, если жесткая нехватка, то, скорее всего, это будут уже препараты для людей. Поэтому и растения не вижу смысла поливать человеческими витаминами какими-то. Для растений такое огромное количество препаратов, что ну, вот еще вот в этом я не заморачивалась. Вот, кто этим занимается, ну, если есть результаты, это хорошо, я этого не делаю, у меня на это нет времени. Потом, что еще? Свет это да. Я их не стимулирую никак к цветению абсолютно, они просто у меня растут и развиваются. Если дали цветонос, я им тоже за это благодарна. Но стимулировать я не буду. Когда будет готово, тогда и зацветет орхидея. Главное дать все условия. Свежий воздух, свет. И свет это не значит обязательно лампа. Подоконник тоже нормально. Раньше орхидеи росли у всех на подоконниках. Я принципиально на подоконнике не буду ставить лампы. Ну, не могу я и решиться на это. Нет, провода, вот это все. Не, я не в теплице, это мой дом. Пусть лучше цветут не обильно, но там ламп не будет. Лампы на полках выглядят неплохо. Так, главное, чтобы не получилось, что вы орхидею ставите в центр комнаты, потому что там красивая цветущая орхидея, а потом удивляетесь, что она не зацветает опять. Нету света ей там. Им нужен свет. Если она стоит у вас не на подоконнике, а рядом, но там достаточно света, ну, возможно, еще ничего. Но мне кажется, метр максимум от окна и уже все. Это уже далеко, нужен искусственный свет. Вот. Регулярно поливайте, не пересушивайте сильно. И все.
и будут расти и развиваться, и не бойтесь их, не бойтесь мха, все говорят, я не умею, я боюсь, ну так вы же их и покупаете, чтобы учиться, я тоже не умела и боялась, ну а потом второе уже заумела, вот у меня там сдохли, я криворукая, не, вы не обязательно криворукие, ну почему криворукая, бывают больные растения от поставщика, бывает просто, ну стечение обстоятельств, все может быть, сегодня полила, завтра мороз, отопление не включили или отключили свет, все может быть, спровоцировалось там какой-то грибок начал развиваться, какая-то бактерия, еще что-то съела растение. Ну что ж поделать. И от этого погибают растения. Учитесь. Раз не получилось, второй раз. Главное, не учитесь на реанимашках. Это неблагодарное дело. Реанимашками надо, чтобы занимались люди, которые умеют с ними уже заниматься. А нагребать реанимашек из магазина за 3 копейки и потом страдать, что у вас не растут и не цветут орхидеи, это не самый лучший вариант. Их уже можно брать, когда вы уже что-то знаете, понимаете, у вас получается. Тем более сильно уцененные подростки. Шея тонюсенькая, корней так мало, еще и на один листик там берут совсем разваливающийся. Если вы умеете с орхидеями обращаться, то классно, берите уценки, почему нет? Ну, есть у девчат, там сбросила 2 нижних листа, уже уценка. Поэтому ну, можно взять, что нет, вырастить, и будет все супер. Вот. А изначально начинать свою коллекцию с уценок, я тоже это делала. Если честно, кроме мучнистого червеца домой, я больше ничего не принесла. Никаких эмоций, никаких... Ни одна из них не осталась у меня жить, потому что в основном это и сорта там такие себе. Вот. Но червеца, я помню, лечила долго. Но это было давным-давно на той квартире, поэтому... Больше так не делаю. Вот, собственно, все, мне кажется. Я больше не знаю даже, честно говоря, что вам рассказать про 1,7. Если у кого-то есть вопросы по 1,7 и 2,5, напишите под этим видео. Я расскажу, может, еще что-нибудь. Я уже несколько снимала видео про малышей. Надо, наверное, уже эти альбомы делать, эти папки, туда переносить видео, чтобы можно было там что-то посмотреть. Ну, я, в принципе, не против снять, там, обновить какую-то информацию. Поэтому все можно пересаживать. Можно не пересаживать, удобрять, не удобрять. Все ваше решение. Я вот так говорю, как делаю я. У меня растут нормально, но не так быстро, как у некоторых. У некоторых быстрее зацветают, быстрее развиваются. Ну, по крайней мере, вы знаете, у многих, у кого они зацветают, потом я слышу, что они там погибли половина. Быстрый рост не гарантирует 100% успех. У меня малыши 1,7, наверное, из там... Ну, мне кажется, штук 70 у меня, 50, не 1,7, а вообще подростков, наверное. Ну, пусть будет штук 70. Из них у меня максимум пропало, ну, растения 3-4, вот. Я их не гоню никуда, и вроде бы ничего, они так не рассыпаются. Нормально, не было такого прям выпада. Боже, девчата выставляли фотки со своими бирками, которые у них за лето пропали за это. Там, ну, просто штук 40 растений, это очень много, я считаю. У меня, наверное, за все мое коллекционирование столько орхидей не пропало. Их больше пропадало в самом начале, когда я училась, да только на них. Но так много нет. К сожалению, бывает, что вот прям вот так разваливаются. Конечно, после того и руки опускаются, но не сдавайтесь, все научимся. У всех все будет получаться, будем любоваться красивыми пышными каскадами. Вот, всем спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно, наболтала что-то, ну, что-то из этого можно и почерпнуть. Всем мирного неба, скоро увидимся, всем пока-пока.